Здравствуйте, друзья! Поругались на меня, что я не снял видео про вот эту коллекцию новую, которая вышла несколько дней назад. Но думал, что уже все остыли к НХЛ, ждут уже следующего выпуска, 23-го. Будем решать проблему, как нам это все купить, приобрести. Я вот, у меня четверка стоит. Хоть, ну, пятерка у меня уже давно, а тут стоит четверка у меня, я ее не продаю. Денег нет, но я ее не продаю, потому что может быть такая ситуация, что только через диск 23 на свой аккаунт смогу загрузить, или же придется аккаунт менять. Кстати, у кого есть какие-то там решения по как купить NHL 23, пишите, ребят, будем делиться друг с другом. Ну, придется решать. Итак, перейдем к новой коллекции. Смотрим здесь, в моих коллекциях. Три новых игрока. Так, сейчас. Роман Червенко. Докачивается до уровня 99. Давайте посмотрим, где тут сразу 99-я карта, да. Класс Квотас, Тейп ту Тейп. Рожденный лидером. Одна из любимых карт профиков. Топчиков, точнее. Пинорама, элитные углы и Виллс. Ну, интересная карта, тем более реально все по 99, кроме вбрасываний. Ну, это синергиями добьет до 99. Не пробовал вообще Червенко играть. Легендарный игрок Чехии, 35 лет уже ему. Пьер-Люк Дубуи. Вес 99 килограмм, почти сатен. Оффераж. На сходу типа, щелкает сильнее, чем надо. Я пробовал это. У Грецки у меня такая спецособенность. Не работает особо. Прилипая шайба клюшки, тоже так все. Пасы с ленты на ленту. Дословная резкость. Крис Крешес. Я, кстати, вообще ни разу не пробовал эту спецособенность. Не знаю, как бы она работает или... Это Unstoppable Force, одна из моих любимых. Я думаю, кто пробовал, пишите, и я вот им не пробовал играть. И Блэк Уиллер, ну это тоже легенда, 35 лет уже ему, вроде только начал играть, уже 35 лет. Так, ну тоже все по 99, Unstoppable Force, третий глаз, элитные углы, No Contest. Дополнительная сила. И ловкость, когда идет в подборы шайбы, рожденный лидером и пасы точным. Насколько я помню из предыдущего хоккея, просто быстрая, мощная такая груша катается. Так, Данон Нурс. По-моему, это тоже из новой коллекции, насколько я помню. Вообще издалека похож на МакДэвида, но это не он. Шатдаун. А, ну, понятно, все спецособенности защитника. Вес 100 кг, рост 93, все по 99, кроме скорости, ускорения и выбрасывания. Выбрасывания ему не нужны. Резкое сбивание с ног. Дополнительная блокировка бросков и подборы. Дополнительная скорость от прокатания назад. Дополнительная точность против... В общем, дополнительные блокировки, этот шатдаун, не знаю, как перевести, по-английски написано. Помню, что дополнительно прерывает пасы, блокирует их и так далее. И броски в одно касание. В общем, не знаю, у кого тут есть еще интерес, смотрите на ваше усмотрение, но я бы взял себе это из коллекции Гудро, вот этого, 99-го. Посмотрите все по 99. Интересный персонаж. Кто-то говорит, что Малкина будет покупать. Ну, посмотрим. Так, до сих пор еще актуально. Надо 1000 миллионов раз сыграть всяких матчей и получите 99-го игрока. Нужен он, не нужен, не знаю. Но я вообще не стремился ничего. Тут у меня вот эти вот, которые адские испытания. Самые 573 гола. Ну, видите, 88 игр. Может, до октября сделаю. Ну, особо не стремлюсь. Так, ну все, да? Все, про новую коллекцию рассказал.
Все, переходим к играм, но это уже в следующем выпуске. Спасибо, ребят, за просмотр. Пока-пока.